Добрый день, с вами снова я, Тома. Мы продолжаем прохождение Файва. Так, сейчас я займусь тем, что телепортируюсь в гильдию. Вот, собственно, телепорт, заходим в него и телепортируемся. Вот так вот. Все предельно просто. Сейчас возьмем новое задание. Да, я уже чувствую приключения. Вот это уже лучше. Здорово. Должно быть, ты тот паренек, о котором постоянно болтает хитрец. Понять не могу, чего он в тебе нашел. Хотя ему видней, конечно. Но я забываю об этикете. Меня зовут Бра Роуз. Ты, конечно, обо мне наслышан. Прости, нет времени на автографы. Страшно тороплюсь в Нот Холл Глейд по важным делам. И если ты за заданием, то имей в виду, что все вкусное уже разобрали. Ну, я уверена, что гильдия найдет тебе дело. Говорят, на кухне посуду мыть некому. Ты какая-то батловатая тесенька. Немного странновато. Выбирай свой путь мудро, герой. Задание от яблочного двора уже ждет тебя. Окей, сейчас берем задание от яблочного двора. Ага, тут можно выбрать, короче, задание за разбойником и за граждан. Ну, я выберу за граждан, потому что с разбойниками у нас счет. Так. Что такое беты? Я не знаю. Ну, надо попробовать. Быть может, нам сейчас объяснят. Так, можно выбрать один из обетов. Это вот эти штуки, они нам добавят. Различные эти прибабахи. Вот видите, тут задание обороны яблочного двора. Клятва выполнить задание обнаженным. Ставка 8 золотых, награда 16 золотых. Ну, принесем обед, что тут? Все. Давай уходим отсюда, валим, чувак. Все. Блин, опять тут бомжи скучковались. Ну-ка послушаем, что они говорят. Это ты мне? Знаешь, от звуковых волн башка треснуть может. Я видал такое дело, брат. Хоу, Дон Хита. Я бы тебе показал. Да только посеял свой гриб истины в гильдии. Да. Если будешь стоять неподвижно, я смогу разглядеть твой скелет. Ты ведь гильдейский, да? Брат, вот это место. Слушай, если ты туда вернешься, может, поищешь так. Но я через ручей шел по камушкам там, у говорящей двери. А гриб? Это, короче, какие-то наркоманы вообще. Реальные хиппи. Так, нам в другую сторону. Сейчас надерем жопу этим бандюкам. Пока, наверное, разденемся. Да, это будет что-то. Я уже чувствую. Одежда. Костюмы. В чем мать родила? Одеть. Ой, брат, похоже, феи прогрызли мне ходов в голове. Пиздец. Вот, смотрите, какие у нас ботные трусы, видите? С английским флагом на заднице. Блин, вообще крутой чувак. Ладно, погнали. Главное, чтобы нас из города в таком виде не выгнали. Так значит, ты собрался поработать в саду? Я знала, что это твое истинное призвание. Леди Грей подала в гильдию прошение о противоположном задании. Пожалуй, я его возьму. Надеюсь, ты не бросил тренировки. Чтобы меня победить, тебе нужно много учиться. Увидимся, малыш. Да пошла ты, сучка. Ну как стопил шопы, как виляет.
Вот о том, о чем я уже говорил. Боевой множитель позволяет выносить из схватки больше опыта. Множитель отображается в левом верхней части экрана. Чем больше ущерба ты наносишь врагу, тем выше становится его значение. Так. Старайтесь доводить показания боевого множителя до максимума, чтобы собирать больше опыта. Отлично. Не забывайте регулярно возвращаться в гильдию, чтобы использовать накопленный опыт. Всякий раз, когда ты будешь готов перейти на следующий уровень, амулет будет мигать. Отлично. Чтобы воспользоваться накопленным опытом, телепортируйся в гильдию и войди в столб зеленого цвета рядом со столовым картой. Хорошо, продолжим. Да, сейчас пойдем поможем им. Гребаные осы. Терпеть не могу. Темно тут, как в жопе у нервы. Надо же, молодец, сам справился. Рыбацкая хижина. Значит, нам не туда. Стремно на нас имя Куращу. Что это вообще за имя за такое? Надо будет потом добыть себе имя получше. Ну, имена также покупаются в лавках. То есть на имечко нам тоже понадобятся денежки. Ага. Тут уже, похоже, отсираются бандиты. Ну-ка я его сниму сейчас. Ой, отстрелил ему голову. Надо же, тут валяется чья-то башка. Вот еще один сундук. Сундук закрыли, чтобы открыть его, нужно 5 ключей. Ну, ключей у нас пока нет, но постараемся в дальнейшем их найти. Так, съедим яблочко. Вкусное. Он мертв, я так и думал. Так, зелье здоровья подобрали. Надо быть предельно внимательным, потому что везде валяются всякие интересности. Ага, и вот он, мы видим еще бандюков. Или нет, торговцы, как же их тут много. Это единственное хорошее, что случилось в его жизни. Ерунда. Странные чуваки. Ну, взяватель у них очень ржачный. Что это? К Чищобе, Браво Сторм и гильдии героев. Так. Чищобное ущелье. В этом районе орудуют разбойники. Будь осторожен. Туда ли мы идем? По-моему, нет. Ладно, возвращаемся. Блин, не туда пошел. Жуки? Вроде их здесь уже еще не было. Блин. Опять на место попадает он. Если мы часто будем здесь гонять, то тут уже в дальнейшем не будет насекомых. Район будет более спокойный. Так. Идем выполнять миссию на яблочном дворе.
надо поторопиться. Мы неплохо покачались на этих мелких мобах. Пока что нам хватает им небольшого опыта. Вот и курица. Можно пощупать. Слава вам, что вы здесь. Я-то думал, никто из гильдии не откликнется. Я вам тут в помощь охрану нанял, но разбойников-то тьма тьмущие. Разнесут все тут на части. Да ни хрена. Лучше бы мы этих камней не находили, а то от них одни беды от проклятых. Что за камни-то? Их видеть не хочешь, так что мы их в ящики сложили и в амбар сунули. Небось, ему денег стоит. Леди Грей на них, говорят, запала, с тех пор нам покоя и нет. Так что за камни-то? И опять вон заявились. Пойду-ка я в дом жену успокою. Она прям извелась там вся. Да-да, иди. И мы из своей эксбиционистской шопы будем пробивать дорогу через бандюков. Так, помоги стражникам защитить яблочный двор от разбойников. Награда гильдии 750, обещанная слава 400, выполнить задание обнажён, плюс 160 золота. Ну, неплохо. Тык. Бах. У нас гости. Последний день жив. Смотрите. Слава Грифону! Так мы добиваем раненых и оглушенных врагов. После суперудара, ну как, после контратаки они могут вырубиться. Ага, как он сюда пробился-то? Странно. Ну ладно. Приближаются еще разбойники. Так, попробуем сразу пристрелить одного из них. Не знаю, как нам это получится. Вы видели, как опыт сейчас сползался в одни большие искорки опыта? То есть, если они некоторое время лежат, а они срастаются в одну большую искру опыта. Так, снесем-ка мы вот эту бомжа, пока он не подошел слишком быстро. Искра. Прикрой, я возьму ящ! Так, еще один бандюк готов. И хедшот из лука. Отлично. Ну, думаю, я всё. Гляжу, ты научился паре новых приемов. Ты не один такой. Что тебе за шапка? Ты научился особым приемам, потому что иначе ты ко мне и близко не подойдешь. Ну же, ну ты дура. Прием. Видели, какая у нее стрёмная шапка? Вообще отстой. Такой же сейчас не модно. Так, крепко поколотив врага и раскачав показатель боевого множителя, ты заработаешь право выполнить боевой прием, когда появляется значок. Ага. И твое оружие окутается лиловым сиянием. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы провести мощную и неотразимую атаку. Ну да, мы это уже делали. Значит, ты это можешь, но я все равно тебя побью. Мы ее голыми руками. У тебя есть лекарство или еда? Мы перданули. Шрам на спине видели? Да-да, я же говорю, игра полностью интерактивная. Но только как мы заработали эту ссадину, я не знаю. Получай, сучка, получай. Ты от меня так просто не отделаешься. Сейчас мы ее запинаем. Ну вот. Черт, ты выиграл. Опять. Да, вали. Победа остается за тобой. Вали отсюда, дура. Но твоя удача не будет вечной, дружок.
Мы еще обязательно встретимся. И я буду наготове. Да-да. Пизюлей ты опять отхватишь. Ой уж как мы вам благодарны, прям не знаю. За ящиками придут в скорости, нам с женой как гора с плечи будет. И чего в этих камнях такого особого не пойму? Так пропади они пропадом по мне. Небось, ему денег стоит. Я про вас всем расскажу. Нам такие герои вроде вас нужны. Да ладно, не за что, люди, чё вы там. Итак, мы прошли миссию голышом. За это мы получаем дополнительные 180 золотых. Отлично. Так, мы получаем также брошь Уиспер. Видимо, в бою как-то сперли. Ну, я не видел, может, вы заметили. Так. Продолжаем. На сегодня... Ты достаточно знаменит, чтобы постигнуть жест Бугага. Бугага? Хм, интересно. Теперь ты не воспетый герой. Ну, что зайди я могу... в гильдию за заданиями. Что я могу сказать? На сегодня мы прохождение заканчиваем, потому что хорошего помаленьку. С вами был ТО, до скорого.